Ну что, я тебе желаю приятной распаковки. Надеюсь, что тебе все понравится. Это офигенно. Опа! Посмотрите, ребята, тут ластики, чехлы, сквиши. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я наконец-то снимаю ролик со своей родной сестрой Полиной. Всем привет, ребята! Этот ролик будет очень даже необычный, потому что сегодня я для Полины подготовила опять приятный подарок. И как я поняла по рассказам Карины, это будет не просто бокс с подарками, это будет целая огромная посылка. Да, которую нам доставил курьер. Я заказала приятные школьные подарочки для Полины из интернет-магазина «За». И сегодня Полина будет их распаковывать. Там имеются очень крутые продукты, которые должны понравиться Полине. Тем более сейчас уже скоро школа, и Полине не придется ездить с мамой и выбирать какую-то канцелярию, потому что я и так за Полину выбрала все, что ей нужно. Я не видела, что внутри этой огромной посылки, но саму посылку я видела, поэтому мне очень сильно интересно, и думаю, что вам тоже. Поэтому досматривайте это видео до самого конца. Не забывайте поддерживать нас лайками, подписываться на мой канал ниже, нажимайте на красную кнопочку и обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ник вы сейчас видите на своем экране, потому что там сейчас у меня проходит конкурс на 50 тысяч рублей. Человек на первом месте получает 30 тысяч рублей, а на втором и на третьем по 10 тысяч. Также я от себя решила устроить для вас просто потрясающий конкурс на вот такую вот огромную розовую сумочку с канцелярскими принадлежностями. И еще помимо этой сумочки будет очень крутой приз, который вам тоже понравится. Ну а услышать правила конкурса и увидеть сам приз вы сможете после вот этой заставки. Поехали! Как озвучить правила конкурса, быстренько покажу вам посылку. Посмотрите, какая она огромная от Заки. Там очень много канцелярии. Вот посылка. Да, очень большая. И быстренько покажу вам призы, что будут лежать в этой сумочке. Скорее показывай, Полина. Та-дам! Посмотрите, ребята, тут ластики, чехлы, сквиши, пеналы, ручки. Очень миленькая альпака, вы только посмотрите на нее. Также есть еще один пенал, милые носочки, наклеечки, переводные татуировки. Они очень стильные, очень крутые песочные часы и очень крутые всякие блокнотики. Очень много крутых товаров. Да, самый главный подарок, который я вам так и не показала, это сенсорные наушники от Sony. Они вышли только буквально на днях, и я была на открытии этих наушников, поэтому я решила подарить эти наушники любому своему зрителю. Первое правило, вы должны быть подписчиком моего инстаграма. Это самое главное правило, потому что именно там вы сможете увидеть результаты конкурса. Второе правило, оно двойное. Вы должны поставить лайк к этому видео и быть подписчиком моего канала. Это тоже самое главное, потому что я провожу конкурс среди своих подписчиков. Ну и последнее, третье правило, оно двойное. Вы должны написать в комментариях, что вы участвуете в этом конкурсе, и ник вашего инстаграма, чтобы я могла вас найти. Ну а если вы уж точно хотите выиграть в этом конкурсе, вы должны отметить меня в инстасторис и написать, где вы живете. Не подробный адрес, типа дом, квартира и так далее, а просто в каком городе вы живете. Москва, Челябинск, там, я не знаю, Екатеринбург, Ярославль и так далее. Результаты конкурса будут в моем инстаграме 25 августа. Так что не пропустите, вся подробная информация ниже в комментариях. Ну что ж, ребята, наконец-то мы уже можем распаковывать эту посылку. Полина сейчас будет видеть содержимое впервые, так что поехали. Ну что, я тебе желаю приятной распаковки, надеюсь, что тебе все понравится. Только сядь, пожалуйста, вот так, а то свет будет не очень. Вот, все, можешь начинать распаковывать. Ребята, первое, что мне попалось, это просто офигенный рюкзак. Скорее всего, я пойду с ним на 1 сентября, он просто очень красивый. Лапки кота. Да, Полина говорила, что ей очень понравился этот рюкзак, и я ей решила его взять. Вот только единственная вещь, которую Полина ждала, остальные ты не видела. Да. Так что, давай посмотрим. Мягкая игрушка фламинго. Эту я решила подарить тебе. Подписчица, я тоже выбрала. Вон сумочка там лежит. Очень крутая альпака, я вам уже ее показала. Ну а тебе фламинго. Да, очень круто. И еще один рюкзак. Да. Давай его откроем. А ты можешь так порвать. Это проще простого. Вот, видишь? Ой. А, понятно.
Окей, дальше. Вот такой вот офигенный рюкзак. Он мне очень нравится, и я с ним буду ходить в школу. А мне больше нравится вот этот рюкзак, нежели чем лапки кота. А тебе лапки кота больше нравятся? Ну да. Так, дальше вот такой вот пакетик с котиком. Ага, давай тогда отложим коробку в сторону. Покажи, что лежит в этом пакетике. Та-дам! Это ластики, да? Покажи. А, или ластики. Нет, ластики, блокнотики. Вот такая вот линейка с кактусиками. Ага. Вот такой вот. Это да. Ластик в виде торта. Очень прикольный тортик. Да. Это ластик? Да, обычный. Вот такой вот ластик. Дальше это что? Обложка на паспорт. А, ну мне это пригодится. Да, конечно. Так, дальше. Это на карточке. На карточку. У нас в школе есть такой турникет, и там карточки прислонять. Это офигенно. Да, я знала, что тебе понравятся такие ластики. Очень клево. В виде фастфудов, газировок, дальше бутербродов. Вот такие вот ручки. Ага. Ой. Покажи, в форме чего они. Вау. Да, эта ручка светится. Это все, что лежало в этом пакетике, да? Нет, вот еще. А. Вот такие вот ластики. Морские жители. Дальше я хочу распаковать этот сквиш. Ага, поехали. Как вкусно пахнет. Я уже чувствую этот запах. Угу. Реально, он пахнет типичным сквишем просто. Ну да, да. Но все равно очень вкусно. Дальше вот такой вот пакетик. Он уже очень тяжелый. О, ну-ка, что там? Наверное, тетрадки. Да, там всякие скетчбуки. Опа, давай-ка посмотрим вместе. Да, я подписчица, кстати, вот такой же выбрала. Я знала, что тебе понравится маленький блокнотик для каких-то заметок или даже для шпаргалок. Ну, ручка, короче, очень красивая. Да, посмотрите, ребят, какая красивая ручка. Она очень круто переливается. Ребят, вот это вот татуировочки и наклеечки очень прикольные. Да, смотрите, ребят, вот это вот две пачки татуировок можно перевести на тело. Я своей победительнице или победителю в конкурсе тоже в сумочку положила очень крутые переводные татуировки. А вот это наклейки в виде... марок. Вот такие вот марки, они достаточно темные, а вот эти яркие для личных дневников очень даже подойдут. Смотрим дальше. Вот такой, такой вот блокнотик. Блокнотик, да, с собачкой красивый. Дальше. А, как это все мило. Дальше с арбузиками такое. Ну, как тетрадка. А, это как скетчбук, я вспомнила. Да, это скетчбук. Да. Дальше. Дальше вот такой вот. Это в строчку, такая тетрадка. Угу. Очень прикольная. В линейку. Ага. Юникорн, очень красивая. Она тоже в строчку. Угу. Вот такая вот тетрадка, ну, она... Это как скетчбук, там розовые листы, ты можешь что-то вырезать. Очень. Или если у вас в школе будет День Святого Валентина, ты сможешь оттуда вырезать всякие сердечки или подарить кому-то тетрадку такую. Прикольно. Это вау. Скетчбуки или просто какие-то большие тетради? Строчку очень красивая. И эти тоже красивые. Там вау. Тоже темные листы, да? Офигеть. Вау. Очень круто. Давай одну тетрадку подарим моей подписчице и тоже положим в сумочку. Да. Я отложу, это, ребята, будет тоже в конкурсе. В строчку. Угу. И такой похожий. Тоже в строчку. Здесь еще есть обложка. Очень красиво. Давай я покажу. Вот такая вот большая книга с обложкой. Ребята, посмотрите на эту красоту. Я хочу это распаковать. Офигеть. Конечно, распаковывай. Это как скетчбук, да? Сейчас мы это аккуратненько, очень аккуратненько распакуем. Открываем. Эта бумажка, наверное, снимается. Да. Ну, а, это как скетчбук, там просто листы. Это рисовать. Да, на рисование даже, как альбом подойдет. Да. Очень красивый. Спасибо огромное, буду брать на рисование. Да не за что, Полин. Так, давай. Коробочку. Что-то. Дальше. Смотрим дальше, что там. Вот такой вот пакетик. Угу. Достаем из него содержимое. Опа, что же там? Вау, здесь эти, как они называются? Поп-сокеты. Поп-сокеты. Да, вот такой вот поп-сокет половинчатый, вот такой вот мятного цвета, с единорогом есть. Есть еще с какой-то собачкой, я забыла, как эта порода называется? Мопс. Да, точно. Вау. Ага, это у нас тоже такой огромный скетчбук, который чересчур большой. Такие же огромные листы. Офигеть, это для тех, кто увлекается рисованием. Да? Очень круто. Финал. Я такой же черненький разыграла для победителя. Ой, какой мягкий. Ой, зайчик, ушки еще есть. Очень мило. Да, очень красиво. Очень прикольный. Так, дальше вот такой вот пакетик. Угу. Носки. Там носочки. Я тоже для победителя разыграла очень много носков. Столько много носков, у меня столько ног даже нет. Обожаю интернет-магазин Зака за это, то, что у них большой выбор крутых носочков. Очень люблю носить их дома или под какой-нибудь лук подбирать. Поэтому решила подарить Полине, да?
Да, очень прикольно, спасибо. Так, дальше. Здесь нарисована кружечка. Ага, значит, тут кружка. Там что, что-то налито? Там что-то налито. Это что? Чего? Это слайм? Или это стиль такой? А, это такой стиль. А, офигеть, ребят, посмотрите, мы аж офигели. Как будто что-то налито в этом стаканчике, но одновременно он пустой, представляете? Дальше идет вот такой вот... Косметичка Космос. Покажи, какая красивая. Я это буду использовать как пенал. Да, очень красиво. Пакетик. Ага. Та-дам! Там лежат чехлы на телефон. Да, посмотри, какие красивые. 100% единорог. Очень красивая авокадо. Всякие животные, динозавр. Очень круто. Ты рада? Очень. Видишь, тут я для тебя купила не только подарки для школы, всякая канцелярия и так далее, но и приятные сюрпризы, которые тебе всегда могут Спасибо. Понравиться. Не за что. Вау, это в комнату поставить эту хрень, да, да. Которую светящуюся сейчас откроем. Давай. Итак, ребятки, я пока Полина открывает, вам быстренько покажу. Из светильников у нас есть тут еще единорог. Имеется вот такой вот кактус, еще один кактус. Есть тут еще вот такой вот розовый единорог. И есть еще вот такой вот беленький единорог. Очень много светильников. Так, конечно, не включается, туда же батарейки нужны. Именно поэтому я покупала батарейки, помнишь? Да! Ну что ж, там осталось немного, давай же продолжим. Вот эти светильники, ребятки, мы вам показали. Давай посмотрим дальше, что же там лежит. Ага, это что? Ага, да, фламинго, очень красивый. Давай откроем. Я просто когда так открываю, боюсь поцарапать. Сам скетчбук, да? Да. Угу. Он такой... Вау, очень крутой на ощупь. Да, не как обычный. Угу. Покажи, ну-ка внутри. Офигеть! Вау. Там черные листы. Очень круто. Офигеть. Это для того, чтобы рисовать какими-то такими прям интересными штуками, да? Давай дальше. Очень круто. Косметичка Терафинал. Угу, вот такая вот фиолетовая, очень даже красивая. Давай ее открывай скорее. Очень красивая. Угу. Красота. Давай дальше. Вау, это что? Это, наверное, тоже какая-то тамблер-кружка. Вау, это прям как я хотела. Угу. С этой застежкой. Чтобы ничего не выпадало, да? Тут шарик еще какой-то. Это для атмосферы. Так, дальше у нас идет такая вот, наверное, это кружка. Тоже тамблер-кружка. Пузырьки, ура! Это такая красивенькая. Она это переливается радугой. Покажи. Да, на ней какое-то покрытие, которое создает очень красивый перелив. Да. Очень круто выглядит. Так, дальше уже все достанем. Коробка пустая, ребят. Вот такая вот. Чехол. Как? Для карты. И опять кружка. Угу. Вау. Она с единорогом кожи. А знаешь, что я хочу сделать? Я хочу эту кружечку подарить подписчице своей. Мне она очень понравилась. У тебя просто уже очень много кружек. У меня вся комната в них. Поэтому можем и эту кружечку тоже подарить подписчице. Пусть она будет в пакетике. Положи обратно в коробочку. Получается два товара. Еще вот такой вот красивый скетчбук с черными листочками получит победитель. Я положу вон в ту розовую сумочку. Сейчас ее приближу. Вот такая вот сумочка там лежит. И получит вот такой вот тамблер-кружку, которую только что Полина показывала. Полина распаковала все продукты, и я так понимаю, ей очень понравилось. Некоторые она, может быть, подарит и мне, потому что я ей подарила слишком много кружечек, тетрадок и так далее. Ты не хочешь такие подарить? Хочу напомнить вам, что все товары я заказывала в интернет-магазине Zaka. Да, поэтому обязательно переходите по ссылке ниже в описании, выбирайте что-то для себя. В этом интернет-магазине все по очень хорошим ценам, так что смотрите, закупайтесь к школе, а если вы выиграете в моем конкурсе, напоминаю вам, правила ниже в описании в начале ролика были, и будете в нем участвовать, то вам не придется закупаться в Заке. И все будет очень круто. По промокоду Карина у вас будет скидка 15% на все товары в интернет-магазине Zaka. По ссылке в описании. Это же очень круто. Да, так что промокод Карина, обязательно выбирайте что-то для себя, участвуйте в моем конкурсе. А мы сейчас с Полиной пойдем разбирать все эти крутые продукты. Надеюсь, этот немного школьный ролик вам очень понравился. Немного школьный. Да. Спасибо вам огромное за просмотр. С вами была Карина и...
Полина! Всем пока! Пока!